Семья Сергеевых из Шадринска вошла в тройку лучших спортивных семей области. Состоялся 12-й областной фестиваль спорта «Мама, папа, я, спортивная семья», посвященный Международному дню семьи. Участниками фестиваля стали 27 зауральских семей, победители районных и городских соревнований. По условиям, каждая команда состояла из трех человек – родители и ребенок в возрасте от 8 до 11 лет, который и был капитаном спортивного трио. Честь Шадринска защищала семья Сергеевых. На пути к победе им пришлось преодолеть 5 эстафет, в том числе 3 в спортивном зале и 2 на воде. Семья Сергеевых достойно прошла все этапы и заняла почетное 3-е место, пропустив вперед представителей Кургана и Врагашинского района. Все команды, участвовавшие в финале фестиваля, получили ценные призы от организаторов и спонсоров. Команды-призеры были награждены кубками, медалями и дипломами. Стоит отметить, что ежегодный областной фестиваль спорта проводится с целью привлечения населения области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, ставит своей задачей пропаганду и популяризацию здорового образа жизни, активного отдыха и на этой основе создание условий для возникновения сильной, дружной и сплоченной семьи.